каждого человека есть таланты, данные им Богом. И эти таланты можно закопать в землю или идти в библейские курсы «Слова жизни» в Москве и развивать их. Я слышал, как некоторые христиане говорят, что я могу обойтись и без библейских курсов, и обучаться дома. И в какой-то мере они правы. Высшее образование научило меня мыслить логически, то есть решать какие-то проблемы логическим путем. Но представьте себе, что ваша христианская жизнь – это как фундамент, на котором вы строите дом. Для того, чтобы построить этот фундамент, вам нужно углубиться. Все, что вы можете пройти за год, вы никогда не пройдете дома, изучая книги и слушая проповеди. Поэтому библейские курсы так важны. Чему я научилась за год в библейской школе, так это решать свои проблемы и решать какие-то вещи духовными путями. Когда вы слушаете семинары, это не просто учение. Библейские курсы, они проходят не с 8:30 до 12:15 дня. Они проходят каждый день с утра до вечера. Через то, что вы общаетесь с вашими братьями и сестрами, через то, что вы учитесь жить верой, через то, что вы учитесь жить по духу и любить тех людей, которые учатся рядом с вами. Библейская школа помогла мне стать на твердое основание. Церковь, домашние группы, поклонение Господу и молитва, и общение с Ним. Я слышал также, как некоторые люди говорят, я могу закончить библейские курсы и у себя дома. И действительно, сегодня есть очень много поместных курсов, библейских школ. Но то, во что я верю, что иногда для того, чтобы услышать что-то от Бога, необходимо оставить свое место и приехать в другое место, потому что тогда наши духовные глаза, наши духовные уши, они особенно чувствительны к голосу Божьему. Тогда нас не обременяет наша семья, не обременяет заботы, которые мы имели в том месте, в котором мы жили. Поэтому в Москве, обучаясь на библейских курсах, вы увидите, что Бог будет говорить вам о вашей судьбе и о вашем будущем. Я советую всем студентам, которые сейчас думают, куда им пойти работать, или отучившись 5 лет в университете, я предлагаю им закончить год библейской школы. И так они смогут начать свою карьеру и построить свою карьеру правильно, по Божьим принципам, опираясь на Слово Божье, на котором можно реально построить многоэтажный дом, а не какое-то ветхое строение. Может быть, вы еще не совсем знаете о вашем призвании от Бога. Вы можете участвовать в различных сферах нашего служения. Можете быть организатором, быть в прославлении. И Дух Святой обязательно вас направит. Двигайтесь и будьте чувствительны. Мы, как учителя, верим, что преподавание Библии – это не просто студент и преподаватель. Мы верим также в личный контакт. Поэтому после уроков вы всегда можете подойти к учителю, который обучал вас, задать вам интересующие вас вопросы по теме. И мы всегда открыты для вас. Кроме штатных учителей наших курсов, мы также ожидаем очень много гостей из-за границы и очень известных пасторов с России. Это люди, которые наполнены Божьим помазанием, наполнены опытом, у них большие церкви и многолетнее служение. Через их служение вы получите мудрость от Бога для того, чтобы созидать ваш духовный дом. Для обучения на курсах мы не арендуем помещения. Мы находимся в нашем замечательном здании Церкви Слова Жизни. Там, где вы можете не спеша после обучения быть в нашем кафе, пить кофе, общаться с вашими друзьями. Это очень удобное место для того, чтобы вас ничего не отвлекало от учебы. Некоторые христиане ищут острые ощущения. Я думаю, что нет лучшего места на земле, как в Москве пройти год обучения. Если вы экстремал, молодой человек, это место для вас. Нет ничего лучшего, чем испытать веру в Бога в этом городе. Если вы студент наших курсов, то кроме теории, которую вы будете проходить, вам также предоставится возможность выполнить практические занятия. Это миссионерские поездки, это помощь в различных социальных сферах в Москве, там, где вы можете попробовать свои силы. Я помню, как многие годы назад я приехал сюда, я был наполнен Божьим огнем. Я хотел служить Богу. И никогда бы со мной не случилось того, что случилось сейчас. Никогда бы я не служил Богу, если бы я не учился в библейских курсах «Слова жизни». Вы никогда не останетесь прежним, потому что время, которое проведете вы здесь, время, которое посвятите здесь, Бог обязательно ответит на это время через Божье благословение. И по-настоящему, если вы хотите стать свидетелями Божьих чудес, Москва – это самое лучшее место для вас.
приезжайте в Москву в «Слово жизни» в 2012 году. Евангелие от Иоанна, Иисус говорит такие слова. «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется». Библейская школа для каждого человека может стать дверью, через которую он войдет в свое призвание, в новую жизнь, в обновление или в спасение. И эти двери открыты широко. Мы ждем вас. Добро пожаловать! Я окончил 2 года библейской школы. Бывали трудные времена, и мне хотелось все бросить, но я дошел до конца. Эти 2 года изменили мое представление обо мне. Они изменили всю мою жизнь. Святой, вечный, превознесенный Бог, благодарим Тебя за эту уникальную, удивительную возможность прийти в дом молитвы, в храм Твой, к алтарю Твоему, Господи, и предстоять пред Тобой, ожидая, Господи, Твоего помазания и благословения. Благодарен Тебе за прославление, за музыку, за псалмы, за молитвы, которые совершались, за те победы, которые Ты, Господь, благословил наших друзей, Юру, Господи, и команду Его Божия, за Его супругу. Благодарю Тебя, Иисус. Духом Твоим святым прикоснись к каждому из нас и говори, Господь, в глубины нашего сердца. Коснись наш разум, Господи, соверши уникальную, удивительную работу внутри каждого из нас. Благодарим Тебя, Ты Бог наш и пастырь наш. Мы очень нуждаемся в Тебе, Господи, каждый день. Прожитый без Тебя – это потерянный день. И каждый день, в котором есть Ты – это день победы, это день благодати. Благодарю Тебя, Иисус. Господи, благослови нас Твоим божественным, уникальным словом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Господу, дорогие братья и сестры. Спасибо вам, музыканты. Спасибо вам, прославители. Пожалуйста, садитесь. Для меня очень большая честь быть здесь с вами. Я очень благодарен Богу за моего близкого и доброго друга, пастора Мацулу, с которым, как он уже сказал, нас связывают долгие годы дружбы. Я очень рад, что наш Господь Иисус Христос вчера, сегодня, во веки тоже Он не изменился. Он не перестает нас хранить, утешать, благословлять и любить. На самом деле это великая радость для всех нас знать живого Бога и поклоняться Ему. Я буду, конечно, сегодня проповедовать о Христе, понятно, о чем еще проповедовать можно в наше время. И я уже вот у вас проповедую 3-е служение подряд, и пастор попросил, чтобы это была одна и та же проповедь. Но я, конечно, понимаю, что это очень важно, потому что разные люди приходят. Тем не менее, богатство слова настолько велико и глубоко, что можно проповедовать несколько жизней, да что там жизней, наверное, вечность, и ты не устанешь, и будет еще больше и больше тем для проповеди. Вы знаете, я хотел сегодня начать, наверное, проповедь, как мне нравится начинать с какой-то веселой истории. У нас сейчас в церкви, ну вот он уже заканчивается сегодня, идет семейный энкаунтер. Мы это делаем регулярно, чтобы освящать семьи, супругов. Я полагаю, что у вас тоже это происходит. Это благословение величайшее Божие. Это освежает брак, это восстанавливает отношения. Это, ну, благодать. Естественно, те служители, которые там служат, иногда они по инерции говорят какие-то вещи, которые потом становятся такими перлами, знаете, вот духовными. И вот одна из служителей на этом семейном энкаунтере, по-моему, вчера или позавчера, уча, она сказала такую интересную вещь. Она говорит, вы знаете, Иисус Христос, нитка втрое скрученная. Знаете, да, вот в Экклезиасте написано, не сразу порвется. 3-е – это Иисус Христос в этой нитке, то есть муж, жена, Иисус Христос. И тут он просыпаешься, садится завтракать, Иисус Христос садится с тобой. Ты идешь на работу вместе с мужем, Иисус Христос идет вместе с вами. Вы работаете, возвращаетесь, вы ужинаете, Иисус Христос с вами. Вы ложитесь спать, и Он ложится с вами. Вот это вот, знаете, такой вот харизматический такой вот задор.
Вот. Понятно, что Иисус в нас, понятно, что Он никуда не денется, Он внутри нас, Его престол в нас, Его слава в нас. Насчет спать, конечно, это немножко перебор был, но тем не менее в этом есть некий глубокий смысл, чтобы и там, даже когда мы находимся на ложах наших, я так очень витиевато объясняюсь на старом русском языке, на ложах наших, чтобы мы помнили, что Иисус Христос тоже с нами и в нас. Это очень ко многому нас обязывает, слава нашему Господу. И на самом деле, когда мы проповедуем Евангелие, когда мы служим Иисусу Христу, мы должны четко понимать и знать, что, собственно говоря, многие говорят, вот Он умер за меня на кресте, Он пошел ради меня, грешника, и когда еще был грешником, Он уже умер за меня. Все правильно, все верно, никто это не оспаривает. Но давайте будем откровенны, написано: «И любовь излилась в наши сердца Духом Святым». Помните, написано, очень важный текст Священного Писания: «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Кто скажет «Аминь»? Мы так автоматически это дело повторяем очень часто, уже верим в это, что это на самом деле истина и правда. Другого подобного места в Священном Писании о Божьей любви, которую Он возлюбил нас, отдав Сына, наверное, нет. И мы забываем только одно, что Он возлюбил, там не написано, ибо так Бог возлюбил верующих. Там написано, что Он возлюбил мир, то есть весь мир, и верующих, и неверующих. Дело в том, что праведники, как кажется, и Христос, собственно говоря, об этом говорит в Священном Писании, не нуждаются в том, чтобы их спасали, они уже праведники. И Он оставляет праведников, 99 берет к одной падшей овечке и находит ее. Поэтому там написано: «Бог возлюбил мир, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Он возлюбил особой любовью, которая описана в первом послании к Коринфянам в 13 главе. Помните, да? То есть, другими словами, Иисус пошел на крест за любовь. И в этой любви Он видел тебя, меня, каждого из нас. Он видел погибающий мир. И ради этой великой божественной любви, которую Он возлюбил мир, вот ради этой любви Он пошел на крест. Ради любви Он умер за любовь, чтобы ты сегодня мог любить. Написано: «Любовь излилась в наши сердца Духом Святым». Итак, когда мы любим, мы исполнены Святого Духа, по-другому любовь не изливается, потому что она изливается Духом Святым. И мы верим в эту божественную любовь. Вы знаете, в первом послании к Коринфянам, в 13 главе написано: «Если я говорю языками ангельскими», помните, «человеческими, если я говорю, а любви не имею, то я медь звенящая, кимвал звучащий. Если я знаю все тайны пророчества, все знания, всю веру, могу горы переставлять, любви не имею, то я ничто. И нет мне в том никакой пользы». Так говорит Священное Писание. Итак, любовь – это важное основание, которое есть в нас, в Иисусе Христе. Вы знаете, когда мы размышляем об этом месте Священного Писания, то мы начинаем понимать, что любовь – это та движущая сила церкви. Сегодня в церкви или церковь, неважно, как она называется, православная, евангельская, протестантская, католическая, она подвергается нападкам мира. Церковь сделала достаточно много, не сама церковь, а представители, ярчайшие представители церкви иногда делают глупости. Я подчеркиваю, глупости. Люди ждут сегодня от церкви милосердия, любви, сострадания. Люди ждут от церкви явления образа Господа Иисуса Христа, который любил падших. Люди ждут прощения. Церковь – это эталон любви Христовой, эталон свет этому миру, что всякая тьма бежит. И сегодня церковь подвергается обструкции. Сегодня само христианство подвергается нападкам. Знаете, в новогоднюю ночь, которая была с 2011 на 2012 год, у нас было новогоднее служение в нашей церкви, здесь тоже, в Москве. И я готовил проповедь, и вдруг Господь все это убрал. И у меня было такое пророческое откровение о том, что этот год будет переломным. В этом году Бог будет возвращать церковь в ту церковь, которая была изначально, в апостольское время, с той славой, которая была в ранней церкви. Мы с вами свидетели тому, что происходит, и там в ту ночь было откровение определенное, что произойдут такие события, что люди возжаждут истину, возжаждут, у них будет голод по истинному Богу, по истинному слову, истинному познанию. Дорогие мои, это не повод, что сказать: эти плохие, эти хорошие. Нет. Эти христиане хорошие, эти христиане лучше. Есть повод другой вспомнить то, что написано в Священном Писании. В Священном Писании написано следующее. В 1 Коринфянам, в 3 главе, 11 стихом написано: «Ибо никто не может положить другого основания, которое положено
это Иисус Христос. Итак, у каждого из нас есть основание. Мы с вами основательные люди. Скажи соседу, ты основательный человек. Потому что в тебе есть основание, наш Господь Иисус Христос. Многие подумали, ну, конечно, у нас, это в нашей церкви, а вот соседней, а вот там с куполами, там вообще ничего нет. Вы знаете, я хочу сказать, что там, где исповедуют Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, там основание Христос. И я верю, что там написано, нет другого основания, кроме положенного, которое есть Христос. Но там есть продолжение, очень важное. И для нас, и для католиков, и для православных. Там есть очень важное продолжение. Итак, у нас у всех одно основание – Христос. Никто не может положить другого основания. Там написано, смотри, кто из чего строит на этом основании. Итак, основание есть. Теперь вопрос, как мы строим на этом основании? И там написано, кто-то строит из золота, из драгоценных камней, кто-то строит из дерева, сена, соломы. Помните, там так и написано. И там дальше сказано уникальные вещи. Если ты строишь в своей жизни на основании, которое является Христос, избушку на курьих ножках, из дерева соломенной крыши, там написано, что огонь, слышите, огонь испытает дело каждого. И если это строение построено на основании, которое является Христос, оно построено из правильного материала, то оно устоит. А если неправильные материалы, да, оно написано «сгорит». Так написано в Священном Писании. То есть, другими словами, когда мы строим, мы должны смотреть внимательно, из чего мы строим. На основании чего мы строим, какой материал? Любовь, милость, прощение. Вы знаете, это на самом деле очень важные слова. Вспомните, как Христос огорчил своих учеников, когда они были уверены, что в древности было сказано до 7 раз прощать. Помните? «Согрешающему брата против тебя одним и тем же грехом в течение одного дня». Это очень важная арифметика. И вы знаете, и они спросили, до 7 раз прощать. Помните, да? Но я понимаю, что тогда, когда он спросил, евреи могли считать. Я понимаю, если бы это было в скифе или там у викингов, я не уверен, что это ни викинги, ни скифы, то есть мы, наши предки, прародители, может быть, армяне уже что-то могли читать, не знаю. Вот, вы понимаете? Но такой был вопрос очень интересный, да? До 7 раз, то есть надо посчитать одного за один и тот же грех, одного и того же человека, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и потом ударил по праву, потом по леву подставил, потом святым кулаком по грешной голове. Вы знаете, и они ожидали от Христа, что Он как-то скорректирует требования жестокие Ветхого Завета. На что Иисус сказал, он говорит, до 70 раз. Я уверен, что тогда евреи могли умножать уже. Они умножили и чуть не сели от страха. За один и тот же грех в один и тот же день одного и того же человека нужно прощать 490 раз. Это не укладывается никак в наше сердце, в разум. Но на самом деле в этом и есть любовь. В этом есть милосердие, сострадание. В этом есть спасение гибнущих. Потому что так написано в Священном Писании, это есть истина. И он пошел на крест за любовь. Он не пошел, потому что ты только грешник. Он не просто тебя, грешника, хотел спасти, но вложить в тебя все драгоценное, что есть там на небесах, любовь, которая любит, сострадает, не ищет своего. Помните, да? Там написано, да? Там написано, любовь вот так поступает. Она всему верит, всего надеется, все переносит. Кто помнит эти драгоценные места Священного Писания? А кто в них верит? Все те же? Красота. Ну, просто красота. Вы знаете, и вот много лет назад я тоже поверил в это. Мы все однажды, ну, есть, знаете, 4 Евангелия. Есть учение, 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 притчи. А есть деяния, где то, чему научились апостолы, должно быть испытано. То есть, другими словами, то здание, которое строилось на основании, которое является Христос, и нет другого основания, должно быть испытано. И они начали строить из этого. И в деянии апостолов испытывается все, что они строили. Правильно? Итак, у нас с вами есть не просто научение. Мы приходим в храм Божий, мы приходим в церковь на богослужение, мы слушаем проповеди, мы слушаем учения, молитвы и назидаем себя, размышляем. И Писание хотело, чтобы у нас потом были деяния. То есть, другими словами, покажи веру без дел, говорит апостол, а я покажу веру с делами. Вот маленький жизненный пример, хочу, чтобы просто вы его услышали. Был в моей жизни.
У нас однажды так случилось, что один человек из команды Жириновского, кто знает Жириновского? Владимир Вольфович его зовут. Я когда вчера здесь вечером проповедовал, потом уехал к моему другу муфтию, главному муфтию России, на юбилей, тут недалеко, на Олимпийском, и меня посадили за стол с Жириновским. Красота просто. Ну, там, правда, сделал еще доктор Рошаль, ну и так далее. В общем, друзья мои, Владимир Вольфович несколько лет назад у нас проповедовал в церкви. У нас есть запись. Никогда не видели Жириновского проповедующего? У нас коммунисты пытались купить это перед выборами. Мы им отказали, они предлагали большие деньги. Мы сказали, нет, это дорого стоит, у вас не хватит. Вы знаете, друзья мои, на самом деле он блестяще проповедовал. Вот, по-моему, мой сын присутствовал, не знаю, кто-то еще, может быть, помнит, видел. Нет, мы это в интернет не пускали, но пустим, когда он уйдет на пенсию. Он блестяще проповедовал на тему 10 заповедей. Вы знаете, я понимаю, что 10 заповедей Жириновский, это как бы... Ну, тем не менее, блестяще проповедовал, надо было слышать и так далее. Ну, в общем, кончилась эта история тем, что вот до того, как он пришел и у нас служил, а он 12 лет был евангелистом. Это на всякий случай, вот почему он так убедительно говорит, что он прирожденный проповедник. Родился в евангельской церкви в городе Алматы в Казахстане. Не все об этом знали. И до 12 лет каждый вечер читал бабушке своей Библию. Вот почему он знает. Вы знаете, основание заложено, основание Христос. Все остальное потом Бог сожжет у него и построит новое. Я знаю просто. Потому что оно все строилось все эти годы из дерева, соломы, сена и так далее. Бог сожжет. Но история не об этом немножко, не о моем знакомом Владимире Вольфовиче. История о другом совершенно. Нет, я верю, что однажды, может быть, он придет сюда. На пенсии, если Бог позволит. Ну, придет, я имею в виду, своими ногами. И, может быть, будет проповедовать, не знаю. Пастор Мацул, готовься. Я представляю, будет тут переполнено все. И будет очередь огромная на площади. Вы поставите краны еще. Владимир Вольфович скажет, однозначно я христианин. Вот. Ну, в общем, вот так вот. Знаете, а история вот о чем. А история вот о чем. У нас после того, как вот начались там общения с Владимиром Вольфовичем, в общем, уверовал один человек из его соколов, вот, покаялся по-настоящему, уверовал, Бог крестил его Духом Святым и так далее. Он хороший стал христианин. И он однажды все ко мне домогался с вопросом, говорит, пастырь, я бы очень хотел посмотреть, как вы работаете с чиновниками. Вы у нас такой вот продвинутый там, в чем-то успешный. Мне нравится, как вы все это вот делаете. Вот научите, я хочу вас взять на одну встречу с одним чиновником, замминистра там, да, и посмотреть, как вы будете с ним общаться. Мне очень важно научиться от вас. Потому что мы политики, люди жесткие, конкретные, радикальные, тем более из ЛДПР. Я говорю, хорошо, хорошо, без вопросов. Ну, случилось так, что тот политик, вернее, тот чиновник, которому хотел пойти мой брат со мной, меня в качестве, так сказать, аргумента, наверное, взять такого, да, и поучиться, наверное, как я буду общаться с этим чиновником. Случилось так, что за 2 недели перед этим я с этим чиновником встречался. Я ему долго доказывал, что Писание живое, что на самом деле все, что там написано, можно исполнить. И я ему много говорил, какие-то вещи о Христе, о Писании. Я ему прочитал всю 13 главу 1 послания к Коринфянам, что любовь излилась в наши сердца, что Бог есть любовь, что любовь всему верит и так далее, и так далее. Он запомнил из всего только одно, что любовь всему верит. Ну, такой чиновник. Вы знаете, вот мы тоже, вот если сейчас выйдем после богослужения, я не уверен, что больше 2 минут кто-то запомнит, что тут я вам проповедовал. Ну, во всяком случае, больше 2 минут, наверное, не сможет передать. Хотя я буду минут, наверное, 45 говорить. Итак, дорогие мои, в общем, идем мы к этому чиновнику, в большой кабинет. Он нас принимает, сажает. И они начинают диалог. А я как бы свидетель, я должен в какой-то момент вступиться и вот аргументированно на основании Слова Божьего убедить то, то, то. Они ведут диалог. Чиновник явно лжет моему прихожанину. Тот требует закон, там, то, сё, 5-10, вы должны, вы обязаны. Тот нагло врет. Это понятно всем. И мне понятно тоже, что он вешает лапшу на уши простого народа в лице ЛДПР. Вы знаете, а в следующее мгновение происходит то,
Вот за что боролся, называется. То есть я ему благовествовал, этому чиновнику, он кое-что запомнил. И в какой-то момент нашего диалога он поворачивается ко мне от моего драгоценного брата и, глядя в мои глаза, говорит: «Сергей Васильевич, ну вы-то мне же верите? Вы же мне тут толковали, что любовь всему верит. А ваш Бог есть Бог любви. Вы-то мне верите?» Знаете, я попадаю в очень глупейшее положение. То есть я ему, естественно, как человек не верю, потому что вижу, как он все это лжет. А с другой стороны, я попадаю в положение, что я должен сказать: ну, любовь Божья вообще-то тебе верит. И мой бедный прихожанин смотрит на него, на меня, на него, на меня. То есть вот, вот момент истины. И мне вот так прям хочется сказать: слушай, уважаемый лжец, я тебе не верю. И вдруг, значит, я понимаю, что вот я ему долго объяснял, что за авторитетом Слова Божьего стоит авторитет самого Бога. И если я поступаю по Слову, даже мне, как человеку разумному, умному, Homo sapiens, не нравится это, я понимаю, шельмует товарищ. Я должен сказать: верю. Потому что любовь всему верит. Вот почему написано «безумством проповеди», помните, да? «Юродивостью проповеди мы спасаем людей». Я сижу, и я понимаю, что все. И я говорю: да, я вам верю. Надо было видеть моего прихожанина. Он ко мне в следующем мгновении потерял всякий интерес. И я понял, что я его вижу последний раз. Что он больше в церковь не придет. Я встал на основании слова, я встал на основании того слова, которое я ему проповедовал. И я должен стоять на основании этого слова. И знаете, кончается беседа, естественно, замминистра нам все отказал и прочее, прочее. И там не получилось вот показать такое показное выступление Сергея Ряховского перед заместителем министра. Не получилось. Мы выходим из кабинета, подходим к лифту. Он мне говорит: пастор, я вас разочарован, мой прихожанин говорит. Я понимаю, что он во мне разочарован. Он ожидал увидеть высший пилотаж. Видение диалога. Он увидел, что я как бы поверил этой лжи. То есть по-человечески это было против меня. Но по-божески это было за Бога. Я ему стал что-то объяснять и говорит: брат дорогой, ты понимаешь, ну Бог, он все равно все как бы видит. И вот Бог, он меня уже не слушал. Мы спустились вниз, пошли в разные стороны. И я потом вечером приехал домой, я такой был какой-то немножко... Вот по-человечески мне было трудно, а вот дух там внутри радовался. Знаете почему? Это была такая потаенная, глубокая радость, что я встал на основании слова. Понимаете? Вот в этом есть большая разница. Когда мы стоим на основании свое, а основание наше Христос, и никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Христос. Вопрос: смотри, на что ты строишь дальше. Если ты строишь, многие строили из нас годами, строили, созидали, тратили время, деньги, оно рушилось. Было такое или нет? И ты говоришь: Господи, за что? А не за что, почему? Потому что Он тебя и меня очень любит. И Он не хочет, чтобы я потратил вечность не там. Он хочет, чтобы эти 70, 80, 90 лет жизни я потратил, служа Ему, чтобы однажды там, на небесах, сказал: Господи, веру сохранил, течение совершил, Ты приготовил мне венец вечной жизни. У всех есть венцы вечной жизни, братья и сестры? Нет? Потрогайте, пожалуйста. Вот. Нет, нимб не надо трогать. Нимб – это не про нашу веру. У нас здесь есть венцы, ты, правда, их потрогать не можешь, потому что они небесные, потому что у нас есть небесное звание. Помните, когда апостолы вернулись, бесы изгонялись, больные исцелялись, они говорят: Иисус, мы радуемся. Он говорит: слушайте, успокойтесь, радуйтесь не этому, нет, это нужно делать, радуйтесь тому, что ваши имена записаны на небесах. Вот это есть истинная радость, истинная. Я знаю, что многие из вас хотят прописку, регистрацию в Москве, ну ладно, там в области, да. Вы знаете, получайте нормально все, делайте, занимайтесь, будьте целеустремленны, добивайтесь, стройте карьеру, побеждайте, наступайте, вот как олимпийский чемпион Юрий. Спасибо тебе огромное, потому что ты исполнил то, что написано у апостола Павла: бегущий на ристалище должен бежать, чтобы победить. Ты величайший пример свидетельства апостола Павла. Итак, дорогие мои, на самом деле это очень важно, чтобы мы это понимали. Мы понимали, что идет
соревнование между вечностью и сиюминутностью. С нашей правдой и Божьей правдой, Его любовью и нашим пониманием Его любви. Он умер за любовь. Вот я хочу, чтобы мы это сегодня услышали. И все, что можно другим, нельзя нам. Там, где другой поступает по разумению своему, по опыту своему, по традиции человеческой, по каким-то законам и культуре человеческой, я поступаю так, как написано в Слове. Трудно, трудно. Все тебя понимают. Бывает, что тебя никто вообще не понимает. Все говорят, у него что-то не очень. Нет, что-то очень. И я вот засыпаю вечером, уснул, немножко так по-человечески чуть-чуть тяжело. В 7 утра раздается звонок, ну там около 7. Мне вообще можно, люди звонят, мне тоже иногда бывает и ночью, и рано утром. Я думаю, что вашему пастору тоже, кто знает его телефон, конечно. Вот, вообще хочется позвонить, правда, ночью. Думаешь, ну он же не спит, он же пастор, он же должен уходить на молитву, на гору молитвы. И там молиться, правильно, да? Иисус-то уходил на гору молитвы. Кто помнит, что Иисус уходил на гору молитвы, там молился. Вот, там, правда, мобильников не было, но написано, воззови ко мне, я тебя услышу, да, и покажу тебе, и так далее, отвечу, и тому подобное, да. На самом деле, у нас великий Бог. Вы знаете, иногда нужно подниматься на гору молитвы, да, правда? Помните, гора молитвы – это гора преображения, гора Фавор, там, гора десяти заповедей, ну и так далее, да. Но на самом деле, помните, окружающие народы Израиля верили, что Бог евреев, Бог гор. Помните? Ну, кто-то читал Ветхий Завет, наверняка. Я вообще очень люблю Ветхий Завет. Для меня Ветхий Завет – это дедоводитель ко Христу. Ветхий Завет – это картинки будущего. Я не исполняю то, что там написано, какие жертвы приносить, как барана резать, там тельца заколоть. Вот я исполняю нравственный закон Ветхого Завета, понимая, что Ветхий Завет – это на самом деле картинки будущего из прошлого. И они очень поучительные картинки, как люди жили там, так Бог сегодня показывает, что так жить можно или нельзя. Итак, возвращаясь к этой истории с чиновником. Итак, в 7 часов раздается звонок. Я смотрю, замминистра звонит. Думаю, благодать-то какая. Я беру трубочку и говорю, алло. Он говорит, Сергей Васильевич, вы не спите? Я говорю, да нет, вы меня разбудили. Спасибо, что сказали, что я не сплю. А я не сплю, он мне говорит. Я говорю, что случилось? Вот такой глупый совершенно вопрос. Что случилось? Он говорит, не могу спать. Я говорю, почему? Потому что, как только закрываю глаза, вижу ваше лицо, и вы мне, которые говорите, а я вам верю. А я, Сергей Васильевич, вам солгал. Я говорю, спасибо. Я, говорит, не знаю, что мне делать, хочу спать. Я, говорит, сегодня трудный день. Вы, говорит, могли бы позвонить вашему прихожанину, чтобы он через часа там пару-три ко мне пришел? Я говорю, не могу. Почему? Потому что вы сами позвоните. Я не могу, мне неудобно. Я говорю, тогда не спите. Вы знаете, друзья мои, за каждым словом Священного Писания стоит авторитет живого Бога. Кто знает об этом, скажите аминь. Авторитет живого Бога. Он умер за любовь, которая излилась в наши сердца Духом Святым. И Он строит сегодня здание церкви, которое врата ада не одолеют. Потому что это не наша с вами церковь, а это Его церковь. И мы члены этой благословенной церкви, которую врата ада не одолеют. Вы знаете, он звонит тому человечку, тот человечек звонит мне минут через 15, говорит, пастор, чудо. Я говорю, не может быть. Я уже знаю, что чудо, но я должен удивиться. Я говорю, что случилось, брат? Мне, говорит, замминистра позвонил. Через пару-тройку часов ждет меня, чтобы подписать все. Он сказал, что он солгал. Вы к этому перезвоните? Я говорю, не буду, потому что он спит. Но он в этот день все подписал. Вы знаете, я просто знаю. Наш Бог, великий Бог. За ним стоит авторитет, это слово является авторитетом. Я понимаю, как нам трудно стать на основании слова. Хочется как-то Индии обижать, обойти, там перелезть. Знаете, есть такая пословица, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Иди на гору, не бойся, там Бог. Ты преодолеешь все, не будь таким умным, который обойдет эту гору. Знаете, конечно, многие имеют такую веру, что могут горы переставлять. Да переставляйте, пожалуйста, нет проблем. Но не бойтесь гор, не бойтесь. На самом деле мы живем в очень уникальное, удивительное время.
Вы знаете, мне очень нравится, как написано в Священном Писании в 15 главе Евангелия от Иоанна. Я напоминаю, там есть изумительные стихи. Иисус сам о себе свидетельствует. Я есть истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь. Кто в это верит, скажите аминь. Он истинная виноградная лоза. Лоза – это то, что растет из снизу. Кто знает, да? Слава Богу. Он виноградарь, Бог, Иисус – лоза. Написано, всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. Здесь написано не о приносящей вначале, а о неприносящей. Он отсекает. Кажется, немножко жестоковато, да? Но заметьте, итак, он лоза, то есть нет другого основания, кроме положенного, которое Христос. Итак, на этом основании мы строим. Каждый строит из материала, который ему кажется лучше. Итак, мы строим. Огонь испытает. И вы знаете, даже если твое дело сгорит, там написано, в Священном Писании, будут спасаемы как бы из огня. Помните, да? Потому что Бог всегда даст тебе шанс построить еще раз. Из его материала. Многие пытаются так многие годы своей жизни строят, оно сгорает. Потом, когда не осенит, Господи, пожалуйста, покажи мне тот материал, из которого я должен строить. Милосердие, сострадание, любовь, благость, радость во Святом Духе, прощение, без гнева и так далее. Вот тот истинный материал, из которого я строю. Вот этот истинный материал. Сколько прощать, у тебя вообще не стоит вопрос, потому что если ты попробуешь его поставить, он тебе такие ситуации покажет, что будет 5 человек по 490 раз. Ты скажешь, Господи, все, верю. Боже, верю. Боже, еще раз сгорело, я все это выметаю, все эти обугленные остаточки. Господи, этот пепел убираю в своей жизни, не отчаивайся. У тебя еще пепла будет, если будешь строить, как сам считаешь нужным, с эгоизмом, с каким-то, знаете, с корыстью. Бог это все разрушит, не приносящую отсекает. Здесь написано, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Все знают слово «очищают». Кого-то очищал Господь когда-нибудь? Нет, я не слава Богу, никого тут не отсек. Все сидят хорошие, добрые, любящие, наполненные благодатью Божией мира. Он просто очищает. Знаете, как он очищает? Больно бывает иногда, друзья мои. Позвольте мне один пример из Ветхого Завета о том, как кого-то отсек, кого-то очистил. Это на самом деле очень серьезно. И здесь написано кое-что еще, я сейчас немножко дочитаю. «Но вы очищены через слово, которое...» Христос говорит, «Я проповедовал вам, слово, оно имеет силу очищать. Слово, оно тебя изменяет. Слово, оно тебя полностью дает тебе другое основание веры. Оно дает тебе строительный материал для того, чтобы строить это благословенное здание, в котором Христос главный». Здесь написано, смотрите, «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, сказал Христос, вы ветви. Кто прибудет во мне, я в нем, тот принесет много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Слава нашему Господу. Друзья мои, это всякую гордыню убирает, всякое превозношение убирает, всякое вот, знаете... Есть такая хорошая глава, первое послание Коринфянам, 12 глава. Аналогичная глава, тоже 12 послание апостола Павла к Римской церкви. Читали, да, там написано о том, о духовных дарах, о том, что один и тот же Господь, один и тот же Дух, одно крещение, много что другое, там написано, слава Богу. Но там дальше идет сравнение церкви с телом человеческим. Это вполне естественно, потому что Бог нас сотворил по образу и подобию, то есть то, что есть у нас, есть... как сказать, в определенном образе и ипостаси другой, да, есть у него. Кто помнит, что там написано? Там написано о том, что мы все члены друг другу. Помните, да? Глаз не выше ноги, нога не выше головы, ну и так далее, да? Ну, здесь все понятно. Естественно, каждый из нас мечтает быть головой. Ну, это тоже понятно. Это какой солдат не мечтает быть генералом? Но давайте посмотрим другое. На самом деле, то, о чем мы заботимся больше, там написано, помните? Итак, у нас есть часть тела благообразная. Все знают слово русское «благообразное», то есть такой благой образ. Это в основном называется лицо, ну или тело, такое фигура. Благообразное, мы это всем показываем, говорим, вот видите, какое у нас благообразное. А там написано, у нас есть неблагообразное, помните? А есть слабейшие, помните? А есть там еще кое-что написано «есть».
И там всякое в этом теле есть. Там такие слова, которые мы даже сегодня не употребляем. Ты же не подходишь к кому-то и говоришь: «О, неблагообразный мой, слабейший мой, позволь тебя защитить, и за тобой нужен особый уход». Помните, там так и написано, за ними особо ухаживают. Знаете почему? Потому что они единственные наши органы репродуктивные. Все остальное только благообразно, не репродуктивно. Все знают такое слово? Я так специально немножко мешаю, чтобы не вести нас в искушение. И мы за ними... Нет в теле Христа ничего отвратительного. Слышите меня, нет? Одно прикрываем, другое защищаем, третье храним особо, а благообразное везде показываем. Вы знаете, на самом деле, когда мы говорим о теле Христа, кто-то думает: а я ж какой, а кто же я в теле Христа? Слушай, ты тот, кого Христос пригласил быть частью своего божественного тела. Ты тот, кого Он вел в свой божественный план спасения. И неважно твое место в теле Христа, ты драгоценен для Него. Он умер за любовь, которая должна быть в тебе, чтобы через тебя спасать этот мир. Ты тот, кого Христос избрал для этого. И неважно, в какой ты части тела Христа, неважно, какие функции ты исполняешь, оно многообразно, удивительно, оно удивительное, многообразное тело Христа. Итак, возвращаемся в Ветхий Завет. Давайте почитаем все-таки, как очищать и как отсекать. Я почему об этом сегодня говорю? Потому что очень важно для нас знать один божественный закон, который мы иногда забываем. Откройте, пожалуйста, книгу Левит, 10 главу. Я еще раз говорю о том, что здесь в книге Левит описано, как, что, чего делать, как служить и прочее. Но в самом начале этой книги, 9-10 главы, написано о том, как Бог отсекает и Бог очищает. И не потому, что это вот образ Ветхого Завета, просто он очень наглядный образ Ветхого Завета, а потому что это очень важно для нас кое-что услышать. Давайте я читаю конец 9 главы. Здесь написано 23-24 стихи. Итак, перед этим Аарон и Моисей принесли жертвы, и вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, благословили народ, и явилось слово Господне всему народу. Слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжений тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости весь народ, и пал народ на лицо свое. Итак, слава Божия наполнила то место. Мы все прекрасно с вами знаем, что такое слава Божия, правда? Поднимите руку, кто знает. И ты знаешь, когда тебя наполняет слава Божия, правда? И мы жаждем славы Божьей, мы жаждем присутствия Божьей славы. Нам очень хочется, чтобы мы воздевали руки. Нам очень хочется, чтобы огонь сходил с неба и принимал нашу жертву. Мы помним, что огонь – это не только огонь благословения, но огонь испытания. И огонь испытывает дело каждого. И когда входишь в огонь Божий, ты не можешь войти туда с нечистыми помыслами, с нечистыми желаниями. Ты не можешь внести в присутствие Божьей славы и Его, той простертой руки, то, что нечисто. Послушайте внимательно, что написано дальше в следующей главе. Это сейчас у нас есть разделение на главы, а тогда их не было. Надав и Авиу, сыны Аароновы, вдохновленные тем, что слава Божия сошла, и Бог принял всесожжение жертвы. Здесь написано: взяли каждый свою кадильницу, положили в них огня и вложили в него курение, и принесли пред Господом огонь чуждый, который Он им не велел. Итак, знаете, когда мы захвачены всеобщим пробуждением, всеобщим действием Божьей любви и благодати, когда вот эта вся, вся сила божественная, слава божественная сходит на нас, мы даже бездумно иногда, они были священники, они были сыны Авраама. И им казалось, что у них достаточно гарантий того, что они сыны Авраама, вести себя, как они себя вели с народом Божьим. Знаете, как они поступали с народом Божьим? Там написано, что они иногда... Ну, скажем так, не были трезвы, я так очень скажу аккуратно, то есть пили, по-русски пьянствовали. Из большого бодуна приходили предстать и войти во святое святых с кадильницами и принести Богу огонь. У них были проблемы с женщинами, там много было проблем, потом у сыновей священника Илии были подобные проблемы, помните? Кто помнит это все? Вы знаете, вот они пришли пред Господом, все вдохновлены, слава Божия сошла, народ пал на лицо, и они с этими кадильницами идут к Господу. И вдруг внезапно огонь.
тот, который только что благословлял, тот, который только что принимал жертву. И написано следующий стих: «И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним». Кто-то скажет: слава Тебе, Господи, что это Ветхий Завет, слава Тебе, Господи, что в Новом Завете такого быть не может. А как насчет истории в Деяниях апостолов об Анании и Сафире? Там никто не, там огня не было, он там, Петр сказал: тебя, мужа твоего унесли, и тебя унесут тоже. Вы знаете, он умер за любовь, но не за обман любви, не за имитацию любви. Он не умирал за то, чтобы мы лицедействовали перед ним и играли актерскую игру перед ним. Он за это не умирал. Когда ты переступаешь порог храма Божьего, ты приходишь в трепет, потому что здесь молилась церковь, здесь готовили собрание Божие. И вот это место не называется сценой, это место называется алтарем. Здесь загорается огонь Божий, здесь приносятся жертвы, хвалы уст наших, когда поет прославление, играет музыка. Мы немножко опошлили многие названия, нам кажется, вот эта сцена, я пойду побегу около сцены. Можешь бегать, конечно, но ты бегаешь в присутствии славы Божьей. Ты можешь радоваться, ты можешь танцевать, слава Господу, но помни это место святое. Но когда ты выходишь из здания дома молитвы, не забывай, что там, где ступит твоя нога. Братья и сестры, кто помнит это место Писания? В обетованиях Израилю, в обетованиях Иисусу Навину, там, где ступает твоя нога, там место святое Божие. Ты ходишь по земле, хотя я так с улыбкой рассказал про эту историю, что Христос ляжет с вами, муж и жена, но на самом деле никогда не оставит вас. Потому что на каждом из нас, и дальше там написано, что произошло, смотрите. И тогда Моисей сказал Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающейся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. Аарон молчал. Знаете, я верю, 12-й год – это год, который будет изменять многие вещи. Я знаю, знаете, мы, конечно, приходим сюда, чтобы прикоснуться к славе Божьей, чтобы подойти близко к престолу. И чем ближе сюда подходим мы к этому алтарю, к этой сцене, называя нашим языком харизматическим, подходим сюда, мы ближе к благодати. Вы знаете, ровно наоборот. Когда мы сюда приходим в помазании, в любви, в прощении, в милосердии, в сострадании, Бог освящается. Мы носители Его света, мы носители Его благодати. Когда мы подходим к этому, Бог освящается. Приближающийся ко мне прославлюсь, освящусь, пред всем народом прославлюсь. Аарон молчал, только что погибли двое его детей. Вы знаете, и так произошло отсечение ветви, которая не приносила плод. У нас у всех одно основание. Огонь испытывает дело каждого. Огонь испытывает дело тех, кто строит из хорошего материала, и тех, кто строит из неправильного материала. Там же огонь. Одни, помните, написано песни песней, кто это восходит от пустыни. Помните, солнце опалило ее лицо. Огонь, она опаленная. И она говорит, это невеста Христа. Помните песни песней? Она выходит опаленной, потому что те же самые искушения, те же самые испытания, которые даны тем праведникам и нечестивым, потому что написано, праведник да освящается еще, нечестивец да творит нечестие еще. И это может быть даже в церкви. У нас у всех одно основание Христос, другого основания быть не может. Но послушайте, дальше кое-что еще написано. И здесь написано, Моисей сказал, унесите этих братьев за стан. Пошли, вынесли их. И теперь он, обращаясь к другим священникам, Моисей сказал, стих 6, голов ваших не обнажайте, одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть, не навести гнев на все общество. Но братья ваши, ваш весь дом Израилев могут плакать о сожженных из дверей скинии собрания, не выходите, стих 7, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазание Господне. Вы слышите, братья и сестры, все могут плакать, ты не можешь. Аарон очень хотел плакать, это его дети. Он был настоящий отец. Он не мог плакать. Все должны были разорвать одежды, обнажать голову, пеплом посыпать, а он не мог. И никто, кто там стояли, не могли. И другие священники не могли, хотя это были все родственники, не могли. Всем можно, тебе нельзя. Слышите, братья и сестры, скажи соседу, тебе всем можно, тебе нельзя. Не потому что нельзя, а потому что на тебе елей помазание Господне, потому что ты искуплен, дитя Божие, ты пропитан Его славой, Его любовью. Друзья мои, кто-то скажет, ну это же невозможно, мы же человеки. Нет, да, мы человеки, но мы Божьи человеки. Мы стоим на основании, которое Христос, и знамя Его надо мною любовь.
Я не хочу, чтобы мы прожили жизнь вот так просто просуществовали. Это жизнь, жизнь победы. Это жизнь, церковь Божью врата да не одолеют. И тот, кто вас, он больше того, кто в мире. Помните, там написано в первой строке, вы победили их. Тот, кто вас, он больше того, кто в мире. Послушайте, друзья, на нас сегодня будут смотреть все. Сегодня Россия, интеллигенция, элиты России, народ России. После всех этих всяких там пангрупп и прочих судебных процессов, без, может быть, милости, разделился. Люди будут искать сейчас истинных верующих, истинного Бога. И только христиане могут показать истину. Слышите? И только те, скажете, а какая конфессия? Я сейчас не конфессия говорю, я о христианах говорю, я об учениках Иисуса Христа говорю. Они будут свидетельствовать об истине. Они будут смотреть на нас образ жизни, они будут попалять тебя огнем иногда. Они будут испытывать тебя, они будут смотреть на тебя, как ты будешь реагировать на тебе елей помазания Господня. У тебя основание Христос. Слава нашему Господу. Друзья мои, я хочу, чтобы мы на себя по-другому совершенно посмотрели глазами нашего Бога. Там очень четко сказано «елей помазания Господня». Я очень благодарен, что Бог не изменился, Бог тот же, Бог совершен, и Он нас тоже влечет к этому совершенству. Я знаю, что мы очень сильная церковь. Я знаю, что когда будет умножаться грех, многие скажут, а сейчас грех умножается. Смотрите, всякие мадонны приезжают, а наши братья православные ходят крестным ходом вокруг этих мадонн, сжигают их портреты, и там кое-что еще делают, кропят святой водичкой. Вы знаете, а ты не можешь бесов изгнать святой водичкой. Ты не можешь, сжигая портреты, изгнать нечисть. Не можешь. Только праведный образ жизни, только святость, только служение Богу, только хождение в любви, в милосердии, в сострадании, без гордости, без тщеславия. Вот это способно победить. Потому что наша брань не против крови и плоти. Сжигай хоть все портреты всех всяких там разных звезд, которые сексуально... Знаете, у меня вот недавно я был буквально этой неделе на одном канале, по-моему, то ли НТВ, то ли ТВЦ, и там был. И там была такая программа о людях, которые зарабатывают телом. Мальчики, девочки и так далее, кто как может, тот так и зарабатывает. Одни квартиры покупают, другие хотят купить. В общем, телом люди работают. И знаете, когда я беседовал там прямо в прямом эфире, я как эксперт был, с одной молодой дамой, она зарабатывает как раз телом, она такая диджей, женский диджей, там прочее, в общем, делает всякие нехорошие вещи. И вдруг она сказала фразу, я думаю, как ее спросить-то? Куда ж ты, Анечка, катишься? В какую пропасть ты летишь с двумя высшими музыкальными образованиями и консерваторией? Куда тебя дьявол влечет? И она сказала фразу, что в том году она решила поменять образ жизни, потому что по календарю Майи, слышите внимательно, должен настать конец света. Я ухватился за этот календарь Майи сразу. Я говорю, слушайте, Майя прошел, а вот Христос скоро придет точно. И все, что здесь на этой земле сгорит. Я вижу, вы любите Господа. Анечка, у вас чистая душа. Я вижу, что вы боитесь Господа. Вы не хотите просто еще лет через 15, ваше тело будет дряблое, но никому больше уже не нужно будет. А ваша душа будет искать Бога и дух ваш. Я понимаю, что вы чистый, хороший человечек, только вы вот не тем зарабатываете. После эфира мы с ней поговорили. Она говорит, можно прийти в церковь? Вы знаете, я просто вижу, что страх Божий есть, только он запущен. Есть какая-то похоть, есть какие-то страсти. И там сидел один старичок, доктор философии, доктор сексопатологии, в общем, сексопатолог сидел. Старичок такой согнутый, такой, знаете, вот такой горбленький профессор. И я говорю о Содоме и Гоморре, он говорит, мракобесы тут сидят с нами, средневековые церковники. Вы знаете, вот у него такой, я говорю, сластолюбец ты наш, что ж ты пришел сюда, ты перепутал адрес. Вы знаете, то есть мы так немножко попикировались. Вы знаете, вот уже седина в бороде и бес в другом месте. Вы знаете, вот я так посмотрел на него и думаю, Боже мой, ты скоро перед Господом пристанешь. Он говорит, девочка, Анечка, давай дальше, может быть, ты перед нами сейчас все покажешь. Сластолюбец. О которых написано заживо, что это там будет. Друзья мои, брань идет, когда умножилось беззаконие. Беззаконие умножается. Написано в Священном Писании, что там будет, то помнит, будет преизобиловать любовь. Кто носитель этой любви? Мы с вами. Церковь. Церковь Господа Иисуса Христа. Кто хочет, чтобы любовь преизобиловала, благодать преизобиловала, спасение преизобиловало, сила Божия преизобиловала. Многие говорят, о Боже мой, мы очень много, слишком много времени отдаем дьяволу.
Он и там, дьявол, и там, дьявол, и там, дьявол, и там. Сплошной дьявол, Господи, куда мне спрятаться? Везде дьявол, Господи. Бог говорит, слушай, увидь меня. Что ты на этого дьявола смотришь? Беззаконники всегда будут, Содом и Гоморра было 5000 лет назад. Ты что, тебя зациклил на этом? Смотри на Христа, смотри на крест. Ты проповедник Евангелия, ты носитель благой вести, ты носитель чистоты, праведности и святости, смотри на Него, и ты победишь. Я абсолютно верю в это, братья и сестры. Я знаю моего Бога, я знаю Его любовь, я знаю, что Он пошел на крест за любовь. Я знаю, что в каждом из нас основание Христос, нет другого основания. Я знаю, что мы много строили, много сгорало, но слушайте, вот этот год – год перемен, это год изменений. Я просто чувствую атмосферу. Меня сейчас приглашают очень многие люди, которые разочаровались в одной из церквей, скажем. Они просят меня, пожалуйста, приди. Я прихожу в министерство, ведомство, у нас есть такие библейские часы, они все очень интересуются, они каждый, это большие люди, они ездят там за благодатным огнем на Пасху, они там ездили на Афон, такие мужички с погонами, все такое. Но им, они говорят, слушай, неужели правда так написано? Правда. Голод. Голод по Богу. Я не знаю, чувствуем мы или нет, или мы слишком заняты своими проблемами, маленькими, житейскими, которые всегда будут. Послушай, когда ты будешь умирать, у тебя будет, как мой сыночек, как моя дочка, как моя мама. Ну, мама, может быть, к этому времени уже будет с Господом. Вот как мое имение, как моя работа. Слушай, это всегда будет. Не заботься, написано о завтрашнем дне. Кто хочет это исполнить? О, это неправильно. Надо заботиться. В другом месте Христос говорит, если ты даже будешь очень заботиться, вот очень заботиться, посмотри на лилии. Посмотри на птиц небесных. Я не говорю, что не нужно заботиться. Конечно, нужно. У нас трудолюбие Богом дано, вложено в христиан. Но нужно на первом месте, чтобы был Бог. На первом месте Его Слово. На первом месте Его истина. Все остальное написано. Ищите прежде Царство Божие и правда Его. А это все к вам прилагается. Вы знаете, слава нашему Господу. Я очень хочу, дорогая церковь. У вас здесь очень хорошая атмосфера на самом деле. Каждый из нас очень открыт для Христа. Написано, строит ли кто на этом основании? Строй. На основании Христа строй. И не нужно думать, Господи, ты разрушил, что я многие годы строил. Ничего, друг мой, у тебя впереди вечность с Богом. Это ничего страшного. Если ты то, что строил по-человечески, он разрушил, скажи, спасибо тебе, Господи. Благодарю тебя, Иисус. Боже мой, ну это было так неожиданно, Господи. Я вот уже был около цели, я уже протянул руку, и вдруг удар в спину, ты меня сносишь. Да, я спасаю, потому что на тебя несся такой дьявол. Если бы тебя не толкнул в спину, не отбросил, ты бы уже был под его колесами. Слышите, братья и сестры, кто испытывал это, когда он внезапно меняет твою жизнь? И ты не понимаешь, почему, ты не понимаешь, зачем. Господи, так неожиданно, мы так не договаривались, ты ничего не предупреждал. Господи, а где откровение, пророчество, где сила и слава Божия? Я в тумане, нет, ты не в тумане, хотя написано сквозь тусклое стекло гадательно. Но в тот момент, когда происходит, Бог протирает твое тусклое стекло, хотя бы ты увидел, что Он сделал. А Он сделал во благо тебе. Итак, дорогие мои, я еще раз благодарю пастора Мацулу, моего очень близкого друга, с которым мы очень дружны. И очень благодарю всех. И хочу сказать, знаете, вот вчера у нас была суббота, я забыл сказать это слово важное, шаббат шалом. Но скажу сейчас шаббат шалом, потому что я знаю, что в наших церквях очень любят евреев. И правильно делают. Потому что благословляющий их будет благословен, проклинающий будет проклят. Поэтому закончу эту проповедь очень просто. Шалом. Шалом мы знаем только в одном переводе. Если посмотрите древние источники, посмотрите оригинал этого слова, посмотрите словари, там есть несколько переводов этого слова. Всем шалом, друзья мои. Вот что означает слово шалом. Это прежде всего мир, который мы все знаем. Потом означает покой, полнота, целостность, преуспевание. Означает все на месте у тебя, ничто не сломано. И приятность. Я только перечислил несколько. Значение одного слова «шалом». У вас ничего не сломано сейчас? Братья и сестры, все на месте? Значит, шалом. Если что-то сломано, что-то не на месте, значит, немножко нет шалома. Значит, нужно вернуться к шалому, вернуться к божественному миру и сказать, Боже мой, у меня хорошее основание, только Господи. Вот нужно правильный материал, а шалом – это хороший материал. Итак, да благословит тебя Господь. Я радуюсь, что Господь с нами сегодня.
умножается беззаконие, грех, преизобилует благодать. Вы знаете, потому что благодать, она будет до того момента, когда Господь призовет нас, свою церковь. Помни это. А для этого нужно сейчас служить Ему, служить Ему. Мы одна церковь, один народ, мы святые Божьи человеки. Да будет Он благословен. Я благословляю вас, моих дорогих сестер и братьев. Знаете, мне приходится общаться много с нашими первыми лицами государства, с политиками и прочими. Я сейчас очень благодарен за Юрия, за его прекрасную супругу Анастасию, которая тоже с ними общается. Ничего, немножко порежут, потом не будут резать, посмотришь. Потому что время пришло, чтобы слово звучало. И каждый из нас ответственен донести слово, даже когда это неудобно тебе. Вот неудобно тебе. И ты, может быть, глупо выглядишь в глазах других. Не бойся. Потому что тот, который шел за тебя на крест за любовь, кто-то скажет, неудобно, что глава церкви, тот, который фундамент основания церкви, умер, как простой разбойник. Не бойся, ему не было стыдно за тебя, и тебе не стыдно за него. Есть великий апостол Павел, 64-й год, 26 июня. Знаете, апостол Павел писал, для меня жизнь Христос, смерть, приобретение, помните? Он говорит, не знаю, что избрать, меня влечет и то, и другое, помните, да? Разрешиться быть с Господом хорошо мне, остаться хорошо вам. И в тот день, с первым лучом солнца, на Апиевой дороге, которая вела к месту под названием Аква Сильвия, то есть чистейший источник, он принял почетную римскую смерть за Господа, как гражданин Рима. Его не распинали на кресте, отделили его голову от тела. Многие хотели бы знать, какие были мысли в этой голове в последние мгновения его жизни. Я смею предполагать, эти мысли были следующие. Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Я очень хочу, чтобы для нас всегда была жизнь – Христос. И тогда встреча, блаженная встреча с Господом для всех нас будет приобретением. Давайте встанем пред Господом.